Праздник для тех, кто считает деньги. В Белом зале музея имени Бурылина состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню финансиста. Сотрудники этой ответственной профессии получили почетные грамоты и благодарственные письма. Через руки этих людей проходит самый главный финансовый документ области – бюджет. За сухими цифрами стоят благополучие людей, развитие территорий, планы на будущее. Именно в сентябре у финансистов начинается самая горячая пора – подготовка документа на будущий год. Такая работа требует большой подготовки. Нужно уметь не только хорошо считать, но и знать законодательство – налоговое и бюджетное. Удовольствие от своей работы всегда, независимо от того, составляем мы бюджет, работаем ли мы над открытостью бюджетных данных, проводим ли мы оценку качества финансового менеджмента. То есть у нас работа очень интересная, она не только связана со счетом цифр, да, она связана вот с каким-то анализом и разработкой, совершенствованием финансового.